Потрясающий формат национальной парусной лиги. Это для российского спорта единственные такие соревнования, где могут участвовать сильнейшие команды России. Они состоят из 6 этапов, и мы очень хотим гоняться с сильнейшими командами, и для нас большая честь выступать в таких соревнованиях. Ну, лично, по моему мнению, конечно, соперники тут все сильнейшие команды России. Тут куда ни посмотри, везде профессионалы, мы там с раннего детства знаем друг друга. Вся элита парусного спорта находится здесь. Ну, вообще, изначально для нас, конечно, для нашей команды Сочи очень интересное место. У нас получился дебют в лиге несколько лет назад, начался с победы. Потом гранд-финал в конце прошлого года, мы выиграли его. И в этом году первый этап мы тоже там заняли второе место. И сейчас боремся. Как бы для нас Сочи — это наш дом. Нам везет, может, немного. Формат такой, он довольно интересный. Короткие гонки, никогда нельзя расслабляться, нету гонок на выброс. Это заставляет каждую команду гоняться до последней гонки и ни в коем случае расслабляться. Получилось так, несколько лет назад создалась команда «Артюпрус-1», и мы сейчас довольно в классе J70, и мы взяли акцент на класс J70. Это, получается, национальная парусная лига, 6 этапов российская, потом летняя серия итальянская, тоже там 4-5 этапов. Участие в чемпионате Европы и чемпионат мира для нас, конечно, в приоритете выше всего. Ну, если быть честно откровенным, пару лет назад у нас как бы еще уровень, там, ну, грубо говоря, там 3-4-5 команд выделялись. У нас был такой не сильный уровень. И, конечно, в европейской арене там намного больше лодок и намного сильнее участники. Но сейчас смотришь, так приезжаешь. Вот мы сейчас были в Сан-Ремо, на первом этапе участвовали. Там было порядка 60 лодок. Здесь у нас 27 команд. Конечно, формат разный. Тут короткие гонки, пересадка. Ну а по конкуренции мы очень сильная держава.